Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи Лангепаса признан лучшим учреждением в Югре среди других с этой направленностью. Особо эксперты отметили деятельность Музея боевой славы. В нем хранятся более 2000 экспонатов. Это личные вещи солдат, фронтовые фотографии, предметы снаряжения и вооружения. Основной фонд – реликвии, которые привезли с мест сражения Великой Отечественной войны добровольцы клуба «Обелиск». Кстати, в адрес руководства центра часто приходят благодарственные письма от командиров воинских частей, где служат ребята из Лангепаса, воспитанники этого учреждения. Конкурс серьезный в этом году. Достойные конкуренты у нас были. Город Радужный, город Ханты-Мансийск, город Урай. По многим номинациям они также были в призовых местах. Это труд нашего коллектива, это взаимодействие с другими организациями в городе. Вот, и, конечно, это значимый результат для города и для учреждения.